Раша. Вот, пошла Алиса. Уля, это кто ты? Дочка. Или ты Человек-паук? Алиса тоже себе такую хочет. А у нее-то такой нету? Нету у Алисы такой шапки? Нету такой шапки у Алисы. А так хочется такую шапку. Уляша, у Человека-паука такая маска только красно-синяя, а у тебя белая. Все, сняла шапку-невидимку. Уляшка, кого рисуешь? Алису рисуешь? А ну-ка покажи. Вот это Алиса? Молодец. Я живую. Она оранжевая? Я живая. Алиса. Ой, молодец у нас. Уляша, ты под зонтом гуляешь? Да? Купить тебе зонтик маленький, да? Ты хочешь, чтобы тебе купили большой зонтик?
Да? Большая. Ты большая, гуляешь под зонтиком, да? Спряталась? Где Уля? Где Уля? Куда Уля подевалась? Где она? Где же Уля? Вот она! Ку-ку! Ку-ку! Опять спряталась! Где Уля? Вот она! Ку-ку! Где Уля? Вот она! Уляша первая прогулка под зонтом. Ну-ка, накрывайся зонтом. Видишь, мама накрылась. Чтоб не капал дождик.